И мы разрочим дня за 4, если будем каждый день хуярить. Дня за 4, за 5 пройдем ее, нахуй. Со всеми квестами, со всей залупой вот этой ебаной. Одного я на заводе, говорит, работаю, мне некогда. Другого, блядь, огрызки, блядь, нянчить не может. Так. У вас есть снова очки. Так, звук сбавил вроде. Все, я зашел. Зашел, да? Угу. Да, да, я знаю, что совместный режим бьет. Помню, 101 ЧС, ёпта, он на фарме, блядь. А хуй, ты заходишь, просто три штуки собираешь, выходишь, заходишь, собираешь, выходишь. Все так делали, нахуй. Это не бах, ничего. Так, пойдем подключайся, я пошел в этот. Поговори со Спайком, как это, да. Блядь. Да, блядь. А у тебя вообще, да, нихуя нету сохранения хуёвое? Ну, у меня сохранение, я говорю, это... Uh-huh. И разговор с Райсом. Ну тогда ко мне заходи. Ну короче, уже третью вышку там типа надо будет осмотреть там, сколько-то заданий сделать. Ну короче, тогда на моем будет сохранение башить. У меня сложность трудно стоит. Самое заебальское. Я с кошмара не хочу играть, на. Да иди ты нахуй, откуда. Бля, вы че? Вы че? Да пошли вы нахуй! Ебать, блядь, бегунки, блядь, пиздят меня, ебать, надо бежать, бежать, бежать. Только друзья, да? Да, да. У тебя свак стоит? А? Ну, типа свак с защитой какой-то. Ну, конечно, стоит, да, свак. Чтоб читеров ебаных не было, нахуй. Я люблю их. Бля, в КС я три пропуска покупал на три аккаунта, заебался задание это делать, уже даблиоты заебали, одно и то же, это уже просто пиздец, уже аллергия на КС эту ебаную. Ты просто пиздец. Все, спакусу пришел. У вас есть неиспользованные очки. Уровень ловкости. Та, а, вот. Скользить во время бега, вот заебись. Че, зашел, не? Нет, я зашел в эту, блядь. Я что-то забыл, как туда заходить по сети, блядь. Что-то зашел в эту, блядь, в компанию, блядь. Подбор игроков, найти игры. Да вон, зайди в Steam, Shift Tab, нажми ко мне, подключись просто и все. А, ну да, точно. Бляш, на старом компе в эту игру играл еще, ёпта, при лагах 10-15 FPS на самой низкой графике, блядь. А сейчас у меня пиздец, на ультрах, на 60 FPS, а 60 Гц, нахуй. Что там, ёп? Да, я сейчас запущу, подожди, у меня просто это выскакивает. О, бедолага. Инвентарь, газовая труба сломать. Тяжелую арматуру сломать. 99 наборов ЧС, а почему 101 должен быть? А, ну похуй, ладно. Отмычек 77 штук. Там еще и отмычки лежали, я еще отмычки собирал. Да, у меня вроде там куча всего. Что, долго, не? А? Да, все, присоединяйся. Давай. Вы, говорит, видели уже эту часть сюжета? Я говорю, ну. Во-во, все. Ну-ка, а у тебя микрофон выключен в этом сетевом режиме? Э? В смысле? Ну посмотри, а, ну вроде не работает. Давай сюда, да. Не-не, не работает. Заходи. Это только начало. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Алло. Смотри.
Нихуя себе. Вот видишь? А-а-а. Вот Настя, вот я поставила вот эту картинку, типа, обнимаемся. И, Настя. И потом выложить вместе телефоны, типа, обнимаемся. Угу. Ясно. Все, куда убежал? Да я тут, научись лучше ремонтировать. Ага. Да я ЧС все сдал, блядь. Блять, и до кошки не дотянуло, сука, у меня. Щит. У меня тоже кошки нет. Блять. Сюрикен. Да хуй сюда сюрикена, ебать, его. А, пойдем дальше. Че у нас за задание? Задание. Все. Доложите ВГМ, что-то там. А тут ящик какой-то, блядь. Фигня, да? Я тут... уже типа долажил. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Жалко пропустить нельзя эту штуку. Да можно все смотреть, похуй. Что тут у нас? Так, да, лифт. Ты че? А, блин. К этому же еще, да? Ну да. К боссу. Брекен's mission failed. Jade called. Что думаю? В смысле, ну поторговец что-то. Обменяй. О, чертеж супер кровопускатель. В смысле не хватает денег, блядь. Ебать. А что мне продать-то? А, о, кофе есть. Не-не, все продать. Да. О, теперь хватает. Чертеж стрелы. Блядь, 1800 не хватает. Надо собирать деньги, блядь. У меня 12 тысяч. Ты где? Да я вон жду у тебя. А, лифт? К этому, к Брекену, к Брекену. Crane. Listen. Брекен and a team of runners went after an airdrop last night. А, можно пропускать. Да ладно, пусть. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake, you can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Бля, купил, короче, сегодня все части этой Том Клэнси Сплинтера ебанул. И чё? Еще надо Гострекон купить и заебись. Да мне что-то он не нравится. Почему? Да я не знаю. Да он типа стелс, да? Ну, я что-то сколько играл, что-то не нравится. Это ебай, да? Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right. You need Крейну to плохо, taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah. Okay. Fine. Ну вот разговор с Крейсом. Включить там все вышки. Like Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. А чё этому утырку-то будем пистолет отдавать, не? Какому? Ну, который там на этаже где-то. Ну, у тебя есть пистолет? У меня есть. Ну, блин, чё-то неохота ему отдавать. Он один. Диалоги не проматывай, послушаем, я хоть вникать буду, ёптаный.
He took a blow to the head. Я 5 лет не играл. Забыл все нахуй. Последний раз 5 лет чурка играли с каким-то забреком. The stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Как раз в октябре 15 года акция на нее была. Сколько на 100 рублей, наверное, 700? Нет, 400 стало. He used to pick up medicine for her each month. Mm-hmm. She died 2 years ago. But Gazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Gazi can be very insistent. So they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know. Где пистолет, кому? А тут сейчас наверху, да, наверное. Угу. А, вот тут дохуя за. А, вот тут что за ней. И за. Так. Вот здесь пистолет. Сейчас по порядку, блядь. I can't get this lock. You wanna try it? Давай откроем. Че, открыл? Да подожди, я только начал, блядь. Давай ломай. Блядь, серьезно, на легком замке, блядь, сломал на. Так уровень-то сложный. Ты here? You in here? Help me. Help me. Где ты? Tell me what's wrong. Нет, это другой. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No, no. I took antizin and the pain started. The vial is on the floor. Yeah. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't. I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin. People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Пойдем их пинать. Ладно, потом. Кому пистолет этому? What? No. Да, ты где-то, короче. He's not turning, but he needs a doctor. Вот он, да, вот этот стрим. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about the place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. Че, давай ему пистолет есть? Да, я просто-то пистолет ему отдал, он просто свалил с пистолетом, и все нахрен. Ну ладно, да. Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop. И ребенка стырил. Used to be the best in town. Hey, speaking of the pawn shop. Would you do me another favor? Но мы его потом все равно, наверное, найдем. Something from the shop. You're going there anyway, right? What is it? А, я, по-моему, помню, где он будет, ёт. Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. Чё, поем на крышку эту дуру иду, блин. Я её проходила, но где, блядь? Вниз же, ну. Не, он Юсуф, ёбаный, но вот он был. А, к Лене, наверное, надо, ёпта. Давай, доходи, Лена, да. Не-не, ну к Лене надо. Пошли. Вниз тоже? А, на крыше же надо было найти этого хрена. Блин, а где лифт этот, блядь? Вот здесь. Подожди. Вот к этому. Аня вообще не играет на компьютере. Блять. Наверх. Да. Ты наверху?
Не-не, ты где-то здесь бы, вверх бы его. Это клоун, там еще... Ты видел? Ты вниз спустись на этаж. Чуть мало у тебя громко разговаривает, даже тебя перебивает. Mm. Да, вот микрофон, малая. Сейчас попробуем микрофон сбавить. Someone 21 took it, now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21, now. Where did he get it from? Yusuf, he's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. А, вот он. Слышно, нет? Вообще тихо. Телепортируйся, Бен, нажми нам. Юсеф? Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for Antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. Да говори так, как хуй с ней говорил, а то не слышит, да. So I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Прибавить обратно? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony Antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. Что, будем шел дополнялки? It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Чё, куда там, блядь, сейчас задание выбирают? От крыши надо спрыгнуть. Спокойной ночи, Багир, на вид в аптеку. Так, нам вниз, да? Ну, вниз, да. На это в аптеку, к этому, где... Где мы кому ствол отдали? Да, тут недалеко, малость. Не, пистолет у меня, прикинь. Кувалду разломать. Взлом, блядь. Yeah, I bet. That's Bahir. А я думал, я на кошку заработал, хуй нос, блядь. Right, understood. Сейчас мы пинать будем. Подожди. Болею. Just the same person who told me you've been cooking up garbage and putting it in fake vials. Garbage. My formula is 50 times better than that crap they drop in boxes. Not only does it keep you healthy, it gives you super strength, incredible speed and laser eyes. I could burn you with one look if I wanted to. I'm shutting you down, Bento. Yeah. Yusuf said you tried to make trouble. Yeah, well, Yusuf was right. And you're fucking dead.
Нихуя себе. Вау. Долби их на. Гаси, гаси! Бля. Сука. Хорош. Все, патронов мало. Наверное, еще где-то один остался, да? Оба, сверху. Ну давай. Блять, какой. Пидарёный, блять. Шо, блядь, не дохнет? Да нифига, он ещё живой. Вообще охуенно. Всё. Мне же 250 очков дали, блядь. Лина, это Крейн. Да, я вышла. Ты можешь сказать Брэкен, что counterfeit labs out of business. Так, ну тут, кстати, можно что-то еще и взять у них. Там внутри. Но Юсеф tipped him off that I was coming. I was afraid of that. Brecken was going to lock him up. Так, чёрт. Короче. Задание. Now, if he comes back, I'm День матери, блять. Not if Bahir gets to him first. Все, тут нихуя да нет у вас. Я уже на все. Так, сейчас надо посмотреть, что по оружию. Блять, по оружию вообще беда, блять. А чё у тебя по оружию? Подожди. Я тебя сейчас скину. Как да, мне недоступен, наверное, будет. Просто. Ну вот, смотри. Возьмёшь молот? А, ну он тоже обычный. Ну. А собрать сможешь из этих, из-за частей? Да ладно, потом чё по ходу игры на прокачаем. Так. Сейчас отремонтируюсь. Я так красный. Я на красном уже внизу. Я там у него. Тут этот, как его. Помощь нужна. Ну раз нужна сейчас она. Ты убил, да? Чё, безопаску давай отожмём рядом тут. Блять, навык бы охуенный, блять, прокачать бы, чтобы он, блять... Обыскивалось быстро, блин. Чё, тут пробку да надо включить? А, вон, нашёл. Там. А чё, где газе пиздобразие, блядь? Вон, вон, бежит, побежали. Ловим этого. Ща, я тут ящик, блядь. Открою. Да хуй ты одна ебаная попадается. Бля. Клоуны, блять. Да что ты?
Ни хрена. Не могу догнать. Сука. Блин, выдох. Один клоун остался. В смысле уже сломалось? Трех клоунов похоронил, на. Что, ты уж туда пришло, что ли? Нет, я этого поймал. За мной эти бегут как бешеные. Да они заебали, но. Наверное. Блять. А что он не лутается-то? Я уже у него забрал. А, у него один одноразовый только, да? Да, наверное, что. Давай. Так, что тут у меня? Включить. Я уже нашел. Ну, зашибись. Что там, до газа чуток осталось? Через станул, а? Ой, блядь, тут дохуя зомбарей. Ну так-то да. А дочь тогда разговаривает? Чё говоришь? Дочь тогда разговаривает? Ну да. А чё там онлайн на телефоне играет? Тише, Лиз. Где Хази? А, вот он. А, вот всё, нашёл. А, мы к этому больному пришли, блин. Где-то я видел даже фото, помню, где он поздравление нахуй делал. В меме, It's Mother's Day, and it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie, and it's all about me, and how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. And you could watch with us. It is Mother's Day, and if Mama ain't happy, nobody happy. Oh! And she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, wait a minute, that's too much. Don't argue with Gozzi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Ох, Гази, блядь. Блядь. Ну-ка, сейчас скажи что-нибудь. Кто? Вот ты. Ну. Бля, как тебя звать-то, ёбана? А, Серёга. А, Серёга. Ты меня Олег. Олег. Да. Чё, обратно бежим? Да хуй, да, говорю, 2 года в Стиме находится, ёптать, дома. Хуй, думаю, спросить. А, нет. Ты же, типа, прокачанный, да, бля? Кто? Нет, это сила там. Ну, у тебя уровень. А, сила нет, 2 уровень. Персонажи. А, нихрена себе. Ты носишь.
О, ментовская тачка, там может. Иди сюда, у нас тут задание. Ой, блядь, узлом нужен, ебать. Блин. Все трындец, конечно. Да я выключу. Что то надо найти-то, блядь? Да, блядь, фильм надо, блядь. А где он? На Хаске он, на Эл будет. Че мне, блядь? Чарли, блядь. Взрыв пакеты пропали, блядь. Gotcha. Понятно, это видеокассета есть. А, не, вот. Раздобудь конфеты. Ага, здрасте. Да хуй с ними, пойдем. А тут, а тут рядом. Ну нормально. Так. Эти бешеные прибежали на. Да ёпта, что тут, блядь? Я? Да. Бля. А-а-а. Не, 2 хп, офигеть. Аккуратнее. Чуть не сгорел. Да, вот тут черный выход есть там. Все, пойдем, Гази. Вон тут пожитки какие-то есть. Отмычка. Бля, тут еще полицайка есть. Ну-ка, пока их отвлеки, я попробую скрыть. Бля. Бля, жесткая какая-то полицайка. Ну да. Бля. Ты открываешь? Бля, да нащупал, да, сука, чуть-чуть не хватает попасть. Нормально, спасибо. Да только меня тоже откинуло. Почти открыл, нахуй, ты меня взрывом откинул, блядь. А ты уже знаешь, где? Нихуя не знаю, блядь. Вот, блядь, чё ты нихуя? Вот меня убили, спасибо, блядь. Сейчас подниму, подожди. Заебись, спасибо, минус 3500. Че, ты вообще умер, что ли? Вообще умер, да. Вот нахуй ты баллон рядом со мной кидаешь, зачем? Да я не кидал баллон. Ну а что, он сам прилетел ко мне, ебаный в рот. Ну нахуя так делать в натуре, блядь? Этот утыр... Ладно, хуй с ней, зомби замочили, баллон. Зачем баллон кидать было, ёбка мать, блядь. Пиздец, просто взял... Так, не баллон, я ж тебе объясняю, по твоей, блядь. По твоей тупости утырок потерял. Утырок баллоном был, блядь, который взорвался, блядь. Ну а нахуй ты его рядом со мной взорвал, блядь. Так не рядом с тобой, блядь, он был вообще далеко, думал, тебе не доденем. Ты мне должен 3500, нахуй. 3500, блядь. 3500, да. Блядь, через 5 минут мне дашь, пойдут пение, нахуй. Это сложный. Блядь. У меня, оказывается, это просто дубинка гребаная сломалась. Уже 3600, да. Что, ты опять умер? Не-не, пение у тебя идут. Мне, короче, нужно дубинку сделать. Иди сюда. Подожди, сейчас сделаю. Надо разобрать сначала. Все, что уже сломано.
Да телепорт не стул сделай, ёпта. Get it. Yes. Here's your movie and your chocolates. Wait, her mom see this. Fugazi wins again. Hooray, Fugazi! Right. Yeah, then I'll just let myself in through the roof. You sure? Смотри с ним там кино или что-то, фильмы. Logazi. Mama's watching. Давай. ТП. Спасибо. ТП. Мама happy? Дверь закрылась, блядь. Я зайти даже не смог. А я через крышу залез. Окей. Мама stop getting seizures when they're on the table. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Блядь, что тут теперь надо? Тот же уровень ночью вообще быстро набирается, да? А? Ночью уровень быстро набирается. Ночью и стрёмно, нахуй. Чё надо взять-то, блядь? Возьмите лекарство от припадков. А где оно? А, вот, нашёл. Вот, алкоголь, батончик на. Есть. Отнесите лекарство Лене, подождет. Стрелок, отыщите фигурку Рэя Маккола, ебать. Ага. Блядь. Бля, далеко нахуй, 600 метров, прикинь. Это... Бля, брат убегает, ёбаный в рот. Его этим, да, убил? Да я его просто... Не, просто ебанул ему по ноге, нахуй. Мачете. Бля, конечно, выносливость, да, прокачать бы, блядь, бегает, он это, маловато, на. Ловкость, типа. Блядь, опять это ментовская машина. Да нахуй там замбарим много. Это где потише, если только. Да потише, вроде там нету такого места. Да не, были, по-моему. Вот где ты меня ёбнул, было место потише. Не, нифига. Там нихуя не было. Да ебаный. Да хуя тут по зданиям лазят, так смотрю, может, что можно найти тут. Интересно. Это как? Ты зомби, да? Изолент.
О. Как удачно вылез, блядь. Я взять не могу. А я уже спиздил. Конечно. Кто успел, того и тапки на. Не, кто встал, того и тапки, поговорка, блядь. А, тут как раз еще есть башня рядом. Ну потом башню дойдем. Сейчас надо Маколу и банок найти. Блять, тут. Еще машину можно обыскивать, я и забыл. Там что, безопасная зона есть, нахуй. Бля, бегунок там подбежал, можно замочить его, давай. Так, а где? А, вот здесь, наверное. Здание рядышком. Здесь где-то. Бля, как сюда зайти-то? Может, через крышу? Да вроде нет. Я вот здесь поднимаю. Где? Да, люди. А. А, здесь зомбаков много. Блять. Так, я открыл. Там хуйню. Нет, пожитков тут нормально. Револьвер-то есть? Да нихуя мне нету. Бля, дверь закрыл, бля, ёпта. Что, а чё тут ещё-то? Бля, там ещё одна отмычка, сука, надо чё-то... А, вот всё забрал. Сейчас всё хуёвое оружие сломаю.